Всего одна улица, ведущая к речке. Это деревня с почти чеховским названием Овсянниково в Шуйском районе. Живописное место облюбовали приезжие. Из коренных жителей всего несколько домов, остальные – дачники. В пятницу собрались все. Деревню подключили к газу. Ой, не верится даже. 7 лет, наверное, ждали, честное слово. И думали, что не будет. Некоторые даже и не вступили, думали, не будет газа. А сейчас, пожалуйста. Точкой подключения для Овсянниково стал межпоселковый газопровод Чижова-Дунилова. Голубое топливо пришло в 19 домов. Губернатор Павел Коньков разделил с жителями их радость. Сегодня очень важно то, что мы газ привели в небольшой населенный пункт. У нас мы не выбираем большие и малые. То есть идет газификация сельских территорий и приходит газ. Да, сегодня 19 домовладений. В этом году в Шуйском районе будет еще 75 газифицировано. В этом году к пуску газа в Шуйском районе запланировано 4 объекта. Овсянниково – первый из них. Еще, кроме этого, запланировано 3 объекта – деревни Арифина, Кочнева и деревню Захарова. Все проекты реализуются по 3 программам. Деревня Арифина – это по программе устойчивого развития сельских территорий. А деревня Овсянниково, где мы сегодня находимся, и деревня Кочнева, они по подпрограмме газификации населения Ивановской области. 46% Шуйского района газифицировано. Это показатель лучше, чем у многих других территорий. Всего по региону в текущем году газ подключен в 17 населенных пунктах. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.